Вот говорят взрослые, что-то компьютер тормозит. Или, о, какой тормозной человек. Это про что они говорят? Тормозной человек, значит, он это идет просто и останавливается. Ну, тормозит, да? Да. А когда компьютер тормозит, это что такое? Значит, он немножко сломался. У тебя тормозит твой компьютер? Нет. Сама не тормозной человек? Вот говорят, тормозит компьютер, тормозит компьютер, тормозит компьютер. Из-за чего компьютер тормозит? Из-за усталости. То есть компьютер тоже, как и человек, и живой организм, подустает. Ну. Да. Любая техника может устать. А у нас тоже тормозит компьютер. Да? Тормозит компьютер? Да. Вот говорят, тормозит компьютер. Что такое тормозит компьютер? Кто-то там жмет на педаль тормоза? Нет. Ну, потому что он там застрял на одном месте и все. У тебя тормозит компьютер? Иногда, да. А почему? Из-за чего? Там вирусов много, старый он, перегруженный. Ну, потому что там бывает много файлов, там много загрузок всяких. Этот он там... Тормозит? Да. А когда говорят, тормозной человек? Тормозной человек? Который тормозит. Значит, потому что у него там много файлов, загрузок, да? Нет. Потому что слишком долго думает. Тормозит компьютер. Почему компьютер тормозит? Потому что в нем поселился вирус. Родители, послушайте совет наш. Приходя за покупками в Пассаж, отводите ребенку в песочницу на третий этаж. Кстати, здесь рядышком можно отметить шикарное детское день рождения.